Роберт Кеннеди-младший заявил в пятницу, что он исключает свое имя избирательных бюллетеней в штатах, где идет борьба, приостанавливает там свою кампанию и оказывает поддержку Дональду Трампу. Независимый кандидат заявил, что его имя остается в бюллетенях для голосования в большинстве штатов и призвал общественность голосовать за него в синих штатах, а красных штатах не причинять вреда и помогать президенту Трампу. Кеннеди хочет заключить сделку с Дональдом Трампом, которую он поддерживает в обмен на работу потенциальной администрации Трампа. На этой неделе Трамп заявил CNN, что он наверняка будет открыт для того, чтобы Кеннеди сыграл роль в его администрации, если независимый кандидат выйдет из гонки и поддержит его. Кеннеди 70 лет. Он сын покойного политика-демократа, генерального прокурора США Роберта Кеннеди. Племянник убитого президента Джона Кеннеди начал свою президентскую кампанию как демократ, бросая вызов Джо Байдену на выдвижение. Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию, а просто приостанавливаю ее. Мое имя останется в избирательных бюллетенях в большинстве штатов. Если вы живете в синем штате, вы можете проголосовать за меня без каких-либо ограничений. В красных штатах я призываю голосовать за Трампа, а в синих – за меня, чтобы причинить вред Харрис. Я призываю голосовать за меня в синих штатах. Примерно в 10 штатах, где мое имя будет спойлером для Трампа, я собираюсь удалить свое имя. Я уже начал этот процесс и призываю избирателей не голосовать там за меня. Это чувство победы, с которым я приостанавливаю свою предвыборную деятельность.